Вот эта попытка копать под связку Резникова и Залужного, вроде как с позитивным таким намерением передвинуть. Ну, дело в том, что Залужный – это плоть от плоти военная кость. И таких генералов, которые выросли из 14-го года, из командиров батальонов, большинство. Марченко, Павловский, ну, они уже были генералами. Но те генералы, которые прошли Дебальцево, прошли Иловайск, прошли операцию объединенных сил, они более чем квалифицированы. И даже среди них можно найти амбитного человека, которого можно продвигать. Но у них есть понимание военного братства. Они на плечах других людей, своих собратьев, не будут строить карьеру. Это на Банковой... Ну, к этому пытались подступиться во времена Тарана и Хомчака. Поразводить вот этих реальных боевых генералов. Поразводить. Неспроста тогда было уволено где-то 30 тысяч боевых офицеров из войск. Ну и сержантов, офицеров с боевым опытом. Неспроста, потому что за каждым генералом, полковником боевым стоят его боевые товарищи. Их судьба, их перспектива, их устроенность в невоенной жизни. Вот это братство военное, оно пожизненное. Настоящий военный руководитель, для него человек, который списался с армии, он не списан из жизни. Он по жизни будет, они будут сопровождать один одного. Это такой принцип выживаемости в войсках. Военное братство называется. Чего не понимают торгаши, мелкие торгаши и продюсеры из Банковой. Телекинопродюсеры. Дело в том, что шоу-бизнес, он весь на гнили, на... разводилове и кидалове. А в армии разводилово и кидалово не канает, если ты не враг. А по отношению к своим, как в шоу-бизнесе, шоу-бизнес построен на подлости по отношению к своим. Армия, если строится на подлости к своим, этот человек, который пытается делать карьеру на подлости к своим, он очень быстро улетает с орбиты. Иногда в миры иные. Поэтому эти гнилые продюсеры не понимают, что на какой, скажем, фронт они замахнулись. Я объясню, откуда это идет. Дело в том, что в свое время была тарифная сетка оплаты труда в Советском Союзе. И, например, выступление лектора в системе там пропаганды художественной литературы в Советском Союзе стоило 15 рублей. Но выступление лектора члена Союза писателей стоило 30 рублей. Выступление лауреата Шевченковской премии стоило уже, по-моему, 60 рублей. Цена рабочего, цена, гонорар за концерт Аллы Пугачевой в Советском Союзе, по-моему, был 9 рублей. Но заслуженного артиста это двойной тариф, 18 рублей. Не говоря уже о том, что выход на сцену просто артиста в театре, любом, просто артиста, это выход, те же 9 рублей, условно говоря, а народный артист, это уже там 30 с чем-то рублей. А тем более народный артист или заслуженный артист, это еще и право на главную роль в любой постановке.
Ну, вот такие доплаты. Потом, ну, в Советском Союзе это еще и позначалось на пенсии. Но это была тарифная сетка, это не был бизнес. Главным работодателем было государство, и оно уравнивало людей в каких-то возможностях, но с целью стимулирования, так сказать, профессионального роста создавало вот эту систему почетных досок. Ну, это же такая почетная доска. Заслуженный юрист, ну, заслуженный. Но народный артист Украины, он уже получает пенсию персональную, народного артиста. И вот с этой целью, это кстати, система, она вроде бы как сохранена. Я не знаю, как начислялся, ну, будет начисляться это все, как стаж будет оформляться. Но, по-моему, для народных артистов остались вот эти, ну, персональные пенсии. Поэтому, ну, часть заслуженных, но ведь сейчас-то формируется просто, ну, такая накопительная пенсионная система, и откуда тогда будут деньги браться на накопление, если это не позначено на зарплате людей. Поэтому сенса в этих заслуженных народных артистах нет, потому что народный это, ну, такое странное. У нас это воспринимается как ну вот, признанный народом. Но если ты не лояльный государству, ты никогда не будешь никаким народным артистом. Вот это. Но во всяком случае, ну, латинское «populus» – народ, и популизм – это одно, ну, популизм от, и, ну, народничество – это одно и то же. Почему популистская власть Зеленского взялась за артистов, за эти награждения? Потому что она их хочет поюзать. Они все еще мыслят, ну, категориями вот такой, ну, 14-го, может, даже нулевых годов, где там народный артист выходит, ну, условно говоря, Оксана Белозир, которая попела на концертах в избирательной кампании Ющенко и стала народным депутатом. Ну, просто Оксана Белозир закончила дипломатическую академию и имеет еще образование соответствующее для того, чтобы заниматься политикой. И она, ну, была политически активной всегда. Но и Пономарев тот же рвался в депутаты. Была история такая, но не получил. Да, но не получилось. Поэтому сейчас сенс, ну вот, сейчас есть там деятели шоу-бизнеса в Верховной Раде. Ну и что толку? 3/4 депутатов просто неквалифицированных людей. Когда Марьяна Безугла занимается обороной, ну, ребята, ну, окститесь. Может, и... Ну да, не, ну, политик это одно из, скажем, амплуа артистических. Зеленский играет президента, он не президент. Он играет роль, вот он надувает щеки, он принимает там делегации. Он играет, ну, как ему когда-то режиссер объяснил, что президент это когда надувают щеки. Ну вот он еще не президент, он только учится, поэтому он носит футболочки. Ну, а не костюм. Сенса ходить в футболке, да, наверное, комфортней, но Борис Джонсон, когда ходит в костюме, а ты ходишь в футболке, ну, может, какой-то протокол, может, вспомнить о том, что государство требует и протокола, протокольных отношений. Поэтому система награждений, она всегда крива. Она построена на том, чтобы наградить за лояльность, а не за настоящие заслуги. Вот Тарас Тополя. Вообще в этом награждении нет ни одного артиста, который сейчас на войне. Ни одного.
Даже политологов лояльных банков, которые на войне, не наградили. Это просто, странно. Просто, так сказать. Но, с другой стороны, я вот посмотрел на награждение представителей иностранных государств. И, это, скорее всего, очень сбалансированное награждение. И в этом смысле, я думаю, что работа Министерства иностранных дел, она, во всяком случае, не вызывает такого критического взгляда. Я не буду оценивать награждение военных, потому что я не в материале. Это надо знать очень много реалий. И как раз люди на войне, они действительно заслуживают всех возможных наград. Но на фоне людей, которые действительно здесь сколько волонтеров покалеченных, погибло волонтеров. Я не вижу награжденных волонтеров, даже посмертно. Чтобы из них страна делала героев. Они для власти скорее зло, чем добро. Но для народа-то они добро. И с другой стороны, награждение на фоне ноунеймов, таких простых людей, действительно, наверное, заслуживающих наград, там, водителей простых, каких-то санитаров. Это правильно, государство должно. Но это же награждение, снова-таки, своей электоральной группы. Ни одного писателя не наградили. Ни одного представителя такой классической исполнительской школы, которая действительно всемирно известна, не наградили. Там Зеленский придумал какой-то знак «Национальная легенда». Я знаю, что Анатолию Соловьяненко она присвоена посмертно певцу. Но доживая Лина Костенко, она для власти не национальная легенда. Валерий Шевчук, выдающийся писатель украинский, мыслитель, он не легенда. Я бы назвал десятка три писателей. Даже Сергей Жадан, который волонтерит день и ночь, который просто был комендантом Харьковского Майдана, который один из самых известных писателей украинских современных. А хочу сказать, что где-то, или Андрей Курков, это 3-4 десятка, где-то человек 50 украинских писателей, они регулярно переводятся на иностранные языки. И вот Андрея Кокотюхи интервью последнее в «Ле Монд», очень хорошее, очень хорошее. Это просто люди, которые, я не говорю уже о множестве других писателей, которые вот в таких мелких сегментах, они выгрызают доброе имя Украины, продвигают, выгрызают пространство под доброе имя Украины в разных странах. И, есть выдающиеся личности украинские, есть Юрий Тарнавский, выдающийся поэт из Нью-Йоркской группы, живет под Нью-Йорком уже, ему 80, далеко за 80 лет. Почему-то власть не видит этих людей. Скорее всего, это все можно объяснить там диспропорциями военными, но мне показалось, что именно вот этот список из артистов, из шоу-бизнеса и спортсменов, он как раз есть попыткой формирования будущего избирательного списка, если не для «Слуги народа», то для «Притулы», который действительно сейчас формирует пул политический будущий, чтобы партии власти, это точно будет «Слуга», но кроме «Слуги» будет еще 2-3 колонны, плюс олигархические колонны, которые нацелены на создание будущего большинства.
если вдруг военные не организуются и не пойдут в составе политических сил разных во власть, политику.